Блин, жарко, вам тут еще и бляши. Пара-па! Меня зовут Яна, и это мое видео. Шок! У меня появился штатив. Раньше его роль, кстати, занимали книжки, а теперь штатив. Я считаю, что это просто карьерный рост. Кто не вставал с самых низов, тому очень сложно оценивать реальность. На самом деле, это видео на серьезную тему. Тут без шуток. Я снимаю это видео, потому что я переполнена одним чувством, которое я смело могу назвать любовью. Да, именно любовью. Это длится не неделю, не месяц. Даже не год. Это длится уже несколько лет. И да, именно сейчас настал тот момент, когда я готова признаться. Песня All I Want, которую исполняет группа Coda Line. Я тебя люблю. Я влюблена в песню. All I want is nothing more. Да, я знаю, для кого-то это будет звучать абсурдно и глупо. Но каким еще словом можно описать то чувство, когда ты уже несколько лет подряд возвращаешься к одной и той же песне снова и снова? Когда ты знаешь каждый вдох в этой песне, каждое слово, каждую паузу. When you said your last goodbye. Когда мы хотим засыпать с человеком и проспаться с ним утром, мы же говорим, что мы любим этого человека. Я хочу засыпать и проспаться с этой песней, значит, я ее люблю. Знаете, существует такое мнение, что у каждого человека есть вторая половинка в виде человека. Так вот, я считаю, что у каждого человека также есть вторая половинка в виде песни, которая дополняет и полностью отражает человека. Просто никто не задумывается об этом и слушает то, что они привыкли слушать. И, возможно, просто не каждый человек находил ту песню, о которой бы он подумал, что да, это та песня, которую я буду возвращаться снова и снова, которую я буду слушать всю свою жизнь. И послушав именно эту песню, можно понять меня. Раньше у меня было к этой песне чувство собственности, что ли. Я не хотела, чтобы ее слушал кто-то другой, кроме меня. Но знаете, типа, никто не сможет ее любить больше, чем я. Но сейчас я, наверное, поумнела. И я поняла, что песня на самом деле никуда от меня не денется. А если я поделюсь этой песней, и, возможно, кого-то она вдохновит, или кто-то найдет в ней частичку себя, то я буду только счастлива. Поэтому я хочу поделиться этой песней с вами. Сейчас я хочу поблагодарить группу Coda Line за то, что они создали эту песню, которую я так сильно полюбила. Да, я знаю, они никогда этого не посмотрят, но я должна была это сделать. Мы должны благодарить за все то ценное, что у нас есть. Запомните это. И на этом все. Да, наверное, это видео было немножко непривычным, потому что я не веселила вас. Но поверьте мне, я еще повеселю. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Пишите комментарии, и если у вас есть какие-то идеи, или вы хотите, вот, например, там, я хочу, чтобы она сняла видео об отношениях, потому что мне это интересно. Пожалуйста, пишите, и я буду учитывать ваши пропозиции на русском. Быстренько. Предложения. Я буду учитывать ваши предложения. Блин, как-то не так звучит все равно. Потому что мне хочется снять то, что вот вам лично вот тебе интересно. А на этом все. Так что пока.